Доступность информации в современном мире вызвала появление совершенно разных вкусов у аудитории. Средства массовой информации должны удовлетворять эти потребности. Поэтому сейчас активно создаются нишевые медиаканалы, предназначенные для определенной публики. Прямо это касается области культуры и искусства, которая традиционно для журналистики является сферой повышенного внимания. Обсудить проблемы и перспективы арт-журналистики – вот главная цель конференции «Арт-журналистика в современном медиапространстве», организованной кафедрой теории и практики электронных СМИ КФУ. Тема форума в этом году – кинематограф. Перед этой сферой, да, кинематографа, стоит большая задача освещения и участия в жизни страны, а роль журналистики способствовать этим процессам отражения. Перед такими специалистами стоят и другие задачи, например, освещать деятельность своих регионов. Вот эти успехи Татарстана, ну, может быть, и где-то имеющиеся недостатки, должна освещать профессиональная журналистика. И в том числе вот в такой сложной сфере, как искусство, культура, у нас тоже должны быть профессионалы-журналисты. Конференция продлится 2 дня. Также в рамках форума пройдут круглые столы и мастер-классы с участием экспертов из России и зарубежья. Диана Авакян, Роман Самарин, Универньюз.